А тем временем в России уже планомерно насаждается идея о том, что войска с территории Украины будут выводить, пишет Компромат.Инфо, передает час.ua. Чтобы не возникало недовольства, а авторитет хозяина Белокаменной продолжал расти, кремлевские пиарщики придумали антипропагандистский ролик. В нем внятно и доходчиво рядовому жителю доносят информацию, почему будет именно так. Россия вводит войска без резолюции ООН на территорию независимой Украины. Правительство Украины Россию об этом не просит, а то правительство, которое просит, пока что никем не признано. Для мирового сообщества это будет называться одним словом – агрессия. А против агрессора Запад настроит весь мир. Станут ли союзники России поддерживать агрессора? Даже если мы просто введем бесполетную зону над юго-востоком Украины, американцы и НАТО могут ввести бесполетную зону уже для наших самолетов и ракет. Что если они собьют российский самолет? Как на это реагировать?